Водитель Артеменко, рефери Сулаев, боковой Ковалев. Включите книжки Алина Бальцов, Сумы, Бойцов. Направку покажите. Весовая категория до 30 кг. Финальный поединок представляет бригаду судей, обслуживающий данный бой. Руководитель ковра Артеменко Григорий Нижний Новгород. А рефери на ковре Сулаев Андрей Кенесет. Боковой судья Ковалев Алексей Братц. Представляем бойцов. С красным поясом на ковре Тятюшев Владимир, Московская область. С синим поясом Филатов Никита, Московская область. После этого поединка готовится весовая категория до 65 килограммов. Финальный бой. Жудов Артем, Московская область. Танаян Артур, Санкт-Петербург. Начинаем поединок. Врачу. Технический персонал, подойдите на ковер номер 2. Технический персонал, руководитель, подойдите к ковру номер 2. Боковой Козловский. На ковер номер 2. Активность всего первой технической. Зарема. Алексей, выходим к нам. Веду снятие врачу на следующий день. Ивана, Борнов, Павел, Нижегородская область. Занимает третье место. Время стоит. На следующий поединок готовится Абдулов Александр, Новосибирская область, Амирман Илья, Санкт-Петербург. Ввиду снятия Василенко Ивана врачом соревнований, в следующем поединке победа присуждается Мордову Павлу Нижегородской области, и он занимает третье место в наших соревнованиях. Готовится на следующий поединок Абдулов Александр, Новосибирской области, Амирман Илья, город Санкт-Петербург. Бал красному удар ногой в туловище. Активность синего бросок. Включи техническое время бойцу синий пояс. Бой лежа неэффективен. Включить технический время бойцу синий пояс. Без оценки. Пробуй, еще пробуй, закрывем. Бал красному. Судьи, бросковую технику оцените. На живот упал же. Предыдущий технический действий, бросок 1 балл, бойцы с синим поясом. Представляем бойцов. На ковер приглашается Тимофей Алексей Петербург, который перевал на Алексей Петербург. На этом паре готовится. Готовится на следующий день. Александр Новосибирской области. Амирман Илья.
замечание, нарушение правил. По правилам соревнований секунданты не имеют права разговаривать, подсказывать им. По правилам международных правил там возможно. Здесь давайте соблюдать правила, иначе ваши бойцы будут наказаны. Продолжаем бой. Бросковая техника. Активность красная. Бросок неэффективен. 2 балла, 27-8. Второй номер. 5 секунд, бой лёжа неэффективен. Стоп! Хорошо. Балл синему. Стоп, время. Последние технические действия. После окончания времени боя был технический действие. Неэффективно. Давайте снимаем шлем. Счет боя 3-2. В этом бою победу и первое место на всероссийских соревнованиях Павел Тиарега Бутейко завоевал боец с красным поясом Тиарюшин Владимир. Представитель команды Московской области. Ал, ты не судейский.